этот мир сдвинулся, я знаю, ему нужен стрелок. Рабьи сперма на Махманапарт, тот, кто может пробить потолок. Этот мир сдвинулся, я знаю, мы ему не нужны. Он сменил красоту белизны на унылые серые сны. Этот мир сдвинулся, вчера я видел низких людей. Они ездят в шикарных авто и воруют в районах детей. Этот мир сдвинулся, я знаю, его нужно спасать. Где-то здесь ходит новый стрелок, и пора уже что-то решать. Спасибо, спасибо. Очень приятно было видеть, что вам нравится эта песня. Мне она тоже очень нравится. Она такая вся русский рок. А, ну так значит, нам нужен стрелок. И я знаю одного человека, который может пробить потолок. Ну, по крайней мере, купол пробить. Он сможет, но... чуть позже, минут через 15. А сейчас он исполнит песню, о которой уже упоминала Лена Минина, которая очень ее любит. Я все время комплексовал по поводу этой песни, кстати. Я делал ее аранжировку 2 недели, честно, 2 недели. Именно потому, что ее будет исполнять Евгений Егоров, «Парагон». Очень рад быть частью этого события, мероприятия. Антон, с днем рождения!
снова память за тобою следует хвостом, бросает на камни, разрезает паруса хлыстом. Совершенный, как насмешка на тебе клеймо, рожденный для неба, не взлетит высоко. Слишком долго, слишком долго ты плывешь сквозь сон. Оживший камень, диво древо золотой бутон. Слишком долго там поют голоса глубины и тревожат рассуда сумасшедшие сны. Перед тем, как порвать паруса, Парагон, неужели дракона, что стрелою летит в небеса? Просто плыви. Парагон, 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 парагон. Просто плыви. Спасибо. Впервые слышу эту песню, соответственно, впервые исполняю ее. Очень мне понравилось, и, может быть, когда-нибудь, я надеюсь, будет возможность ее исполнить где-нибудь еще. Это намек для ФК. Да. Нам Жене понравилась эта песня, может быть, исполнить где-нибудь еще или снять на нее клип. Всякое может быть. Да. Ничего не застраховано. Скажите, получился у меня хард-рок, я 2 недели сидел. Да! Все как. Позвольте, я тоже скажу. Я уже сказал, что рад быть частью этого события, мероприятия. Антон, большое тебе спасибо, что пригласил. Женя, большое спасибо, что ты пришел. И вообще за все, что ты делаешь, что ты поешь мои песни везде, где там тебе хочется. Да. Вот. В наших взаимоотношениях не сразу и не всегда все было очень гладко. Сразу скажу, не так, как у предыдущих ораторов.
Ну, и не тоже прямо не было гладко, но просто было как-то, ну, официально. А, ну, прям уж не гладко-то я не помню. Не, ну, были моменты в процессе записи, там, «Сокровищ Эни». А, ну, там. Это там чуть-чуть так, да, ну что, нормально. Не важно, но я рад, что в итоге, впоследствии, мы все-таки подружились. Идем, так сказать, плечом к плечу, уже получается уже не один проект, как минимум два, а там еще, я думаю, в будущем что-то еще у нас ждет. Три-четыре. Но это не главное. Главное, что я хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров и счастлив, это самое главное, а остальное, оно все приложится. Спасибо. Главное, чтобы вокруг человека были хорошие люди. Вот. Такие, как Женя. Это же просто человек сердца. Ну что? Это же просто, ну, что тут можно сказать? Ну что ж, парагон поплыл. Хорошо. А сейчас я приглашаю на сцену как там нашего самого карамонистого карамона. Нашего непреклонного Тесея, нашего друга, который заходит к нам домой и показывает моему сыну меч или приносит тортик. Маэстро! Ростислав Колпаков, ну вы что догадались? Спасибо. Дорогой, с днем рождения. Но сегодня, наблюдая и слушая своих коллег, хороших людей, да, хороших. Артистов, да, хочу сказать, процитировать, да? Я просто тоже чуть-чуть так сразу ниже стал говорить. Ростислав вышел. Да, надо соответствовать, потому что... Я тебе хочу. Сегодня я могу сказать с уверенностью, обычно я называю тебя маэстро, да? Подтверди. Да, обычно всегда. Мне очень трудно обращаться к маэстро Антон, Антоша, потому что иногда это как-то... Он срывается, для меня иногда, это не соответствует уровню этой личности. А сегодня я осознал, я не очень знаком, конечно, то есть, больше с творчеством. Больше не будет меня маэстро называть, осознал. Да. Я теперь не то что Валаром вас не могу назвать, магом тем более. Вы для меня Илуватар. А вот как же. Все, и я сегодня это понял. И все, я теперь благодарен вам не только от себя, но, я думаю, меня со мной согласятся все. Творите в этих чертогах времени бесконечно. Спасибо, Ростислав. Вдохновляйтесь. И спасибо, что выбираете нас как инструменты. И для меня большая честь быть одной из, не только одной, а многими темами этой вселенной. И не только этой сейчас, да, презентуем. Да. Я просто чуть-чуть ремарочку. Смотрите, если Илуватар, а они, значит, темы, значит, они Валар. Ой, я ударение неправильно поставил, да? Тоже неплохо. Валар-то, да? Ладно, все. А сейчас, когда Ростислава я попросил спеть этот номер, я-то привык, что, знаете, ну, мы о себе много все думаем всегда, что все знают про нас. Ростислав мне пишет: а это что? По «Игре престолов»? А у вас есть песня по «Игре престолов»? Я говорю: да. Он говорит: ну, это круто. Я не знал. Да? Ростислав сейчас исполнит, я считаю, идеально подходящий ему номер. Ну, я считаю, что спасибо. Просто идеально. Давай. Уже можно? Всеми покинь.
Элуватар, спасибо за еще один прекрасный образ. Ой, спасибо. Это свершилось. Это где еще вы услышите такое? Я не знаю. Ну это просто вообще. Еще услышат? Ну нет, это а? Не, но в театре мюзикл, да. Как он прям... В театре мюзикла будут ставить? Вот это все. Ростислав. Простите. У меня был музыкальный просто этот там кайф. У вас тоже, да? Это же просто... Это просто нечто. Это... Я прямо чувствовал, что Ростислав так подаст этот номер. Это же просто... Вау, Ростислав, спасибо будет тебе. Будет еще лучше, я да, думаю, выходи еще к нам на сцену а сегодня. А еще есть песни, да, из этого? Из «Игры престолов» еще есть. Я даже могу тебе еще написать специально, если тебе прям так хочется. Но уже... Он там выберет. Он сейчас, я же не знаю, кто ему нравится из «Игры престолов». Может, ему Джейми Ланнистер или кто там. Денерис хочет спеть. А, Тириона хочет спеть. На преодоление. А, на преодоление, точно, отлично. Ну что ж, да, я пойду. С Славой мы еще встретимся. Прекрасного вечера, дорогие. Да, да, да. С днем рождения. Спасибо. Нет, я действительно, вы не представляете, как я счастлив. Где еще я услышал бы свои песни? Так, Ростислав завел всех. Завел всех. Это не я, это спасибо. Вы. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо, маэстро, что лечите нас своей музыкой. Ну, спасибо. Этот мир сдвинулся. Ой, что да. Потом будет. Ладно, я пойду набираться. Да, набирайся сил, да. Ага. Ой, как бы не расплакаться. А, да, до да, встречи. Давай, давай. Значит, да, сейчас ну, в себя прийти. Есть песни и по научной фантастике. Мы читали замечательный цикл «Врата» Фредерика Пола. Кто не читал, советую. Очень хорошая, крепкая такая фантастика 70-х, 80-х. Про бабочку в янтаре. И это на самом деле, вот так вот непонятно, что за бабочка в янтаре, кто не знает. Это девушка, которая застряла на орбите черной дыры. Ну, естественно, как застряла, в космическом корабле. У нее время остановилось. А ее тогдашний возлюбленный, ну, спасся в той ситуации. И вот проходили годы, он ее
пытался спасти и спас в итоге уже стариком, а она была молодая. Трогательно, да? И исполнит нам эту замечательную песню. Ну, надеюсь, замечательную. Максим Раковский. На краю неземного пути есть у каждого звездная бабочка, только трудно ее обрести. И пусть звезды холодными кажутся, равнодушными, как никогда, где-то ждет меня звездная бабочка в окружении света и льда. Где-то там, за горизонтом синим, ждет меня бабочка в янтаре, смотрит вниз, крылья сложив красиво. Сколько в них минуло лет, я зайду через миг. Где-то там, на краю бесконечности, перевесившись через карниз, кто-то ищет тебя в нашей вечности и с надеждою смотрит вниз. Капитаны расчертят линии, выполняя последний приказ. Горизонты раздвинув синие, я шагну в твое здесь и сейчас. Где-то там, за горизонтом синим, ждет меня бабочка в янтаре. Смотрит вниз, крылья сложив красиво. Сколько б ни минуло лет, я зайду через. Антон, где вы? Вы такое зрелище пропустили. Тут бабочки, бабочки махали. Ну вот что тут?
встречаешь светом, светом, но без огня. Прекрасно твое сияние и манит идти за собой, но есть ли живое дыхание под хрупкой твоей скорлупой? Если кто-нибудь в толпе, кто поднимет глаза и увидит зарю вдалеке, если кто-нибудь в толпе, кто порвет эту сеть, зажатую в крепкой руке, хотя бы одну. В людском бесконечном море я берег ищу до сих пор. Рождается истина в споре, но с кем же начать этот спор? Я здесь безнадежно лишний и близок к опасной черте, но должен же кто-то услышать в звенящей твоей пустоте. Если кто-нибудь в толпе, кто поднимет глаза и увидит зарю вдалеке, если кто-нибудь в толпе, кто порвет эту сеть, зажатую в крепкой руке, хотя бы одну. Знаю, вдруг мне когда-нибудь все-таки удастся выйти в спектакле бардом. Если так сложится, как это называется, если бы не обстоятельства, если бы не особые обстоятельства, то так должны сложиться особые обстоятельства, чтобы я вышел. Так, а сейчас я спою еще один номер из Икара. Но сначала я хочу сказать, что в зале находится Наталья Макуни, да? Да? Да, да, да. Автор этих замечательных строк, которые только что прозвучали. Следующий номер на самом деле исполняет не бард. Но я спою от лица барда, потому что, в принципе, это тоже подходит, и поэтому, может быть, вы поймете, почему во втором куплете мне, может быть, местами высоковато. В этом городе слишком тихо, это звучит наш страх. Мы словно глина в чужих добрых руках, привычно меняем форму лишь так, как захочет скульптор. Мы слишком привыкли любить, любить эти добрые руки. Мы словно на древнем острове с
со всех сторон окруженным водой выбраться очень непросто, но я знаю путь, кто пойдет со мной. Остров был нашим домом, но теперь превратился в клетку. Я глаза поднимаю к небу, небо дает ответ. И... вспомни, меж водой и огнем есть единственный путь — полететь с середины пространства. Вспомни. Меж водой и огнем об одном не забудь — высотой увлекаться опасно, но нужно рискнуть. Спасибо. Слава Богу, этот номер вернулся в спектакль. Но, как говорится, почему Барт так грустит? И вообще, что там произошло? Надеюсь, вы узнаете скоро. Надеюсь, вы придете на премьеру. А сейчас нас ждет снова встреча с Тесеем. Но его мир пошатнулся. Ростислав Колпаков. Вот видишь, мы еще не готовы. Может быть, позже. А пока... браслеты, купол, никаких крыльев, никакого неба, покой и безопасность, безопасность. На старом разорванном фото то ли были, то ли не были, мальчик за руку с мамой. Над ними синее небо, слишком синее небо, безоблачно, безмятежно. И мальчик еще не знает, падение неизбежно, падение неизбежно. Но синий становится красным, осколками падает солнце, и все твои слезы напрасны. Мама уже не проснется, ты хочешь уснуть с ней рядом, но дом твой уже дымится, и землю сжигает ядом. Небо коварный убийца, небо коварный убийца. На ребенка падает небо, забирая детство навечно. Я пытаюсь спасти и удержать небо, ломая плечи. Это слишком синее небо,
по-прежнему безмятежна. Это значит по всем приметам падение неизбежно. Падение неизбежно. Наталья Макуни, где вы? Эловата, спасибо. Но в этой трактовке я все-таки бард, а не Эловата. Здесь я буду бард, а ты будешь тесей. Ой, вы многоликий. Окей. Кольцо всевласти при нас. Это не просто Валар, это какой-то особенный, чувствуете? Дорогие, ну вы все в курсе, да, что скоро крылья? Скоро крылья! Ох, я надеюсь, вы испытаете такой экстаз, такой орга... Ростик читал сценарий просто, он знает. Катарсис, катарсис. Да, да, да. Боже, я... Что, ангард? У меня рефлекс. Ой, так... Боже мой, спасибо большое. Вы чувствуете, насколько это актуально, да? Вы чувствуете, как Ростик это спел? С каждым днем, с каждым мгновением это приобретает такой пласт, такой слой. Я благодарен. Зловещий. Бесконечно. Я надеюсь, вы это оцените еще больше, когда увидите, услышите это произведение в контексте полностью. Спектакля. Полноценным, да, в виде спектакля. Да, приходите, вы не пожалеете. Да точно. Наталья, спасибо. Наталья маэстро. Здесь, Наталья здесь, да. Спасибо вам за эту возможность быть частью. Ростислав, ну, я не знаю, я просто сегодня счастлив, что такие люди, такие голоса рядом со мной. Уже прям устал, уже даже стыдно уже вот стало мне принимать. Благодарности какие-то. Я счастлив. С днем рождения! Опять? С днем рождения! Как раз вовремя. Ой, простите, я пошел. А я хочу выразить сразу здесь особую благодарность еще одному человеку, который должен был здесь, но его нет, но который все это организовал. Ярослав Бояр у нас, аплодисменты ему ваши. Несмотря на то, что он вынужден, он очень хотел, да? Как все здесь прекрасно сделано, какая у нас прекрасная атмосфера, и вообще все очень-очень хорошо. Согласны со мной? Так, ну а дальше у нас... Добрый вечер, Антон, уважаемые зрители и гости концерта. Чудеса. Антон, я вас категорически поздравляю с этим праздником. Меня с вами рядом нет. И я от этого страдаю. Нахожусь в Театре музыкальной комедии. И поздравляю вас с днем рождения. Спасибо, вы Ярик. Вы подарили счастье и радость тысячам людей. А кто поэтому здесь Элуватор, я не понял. Эти аплодисменты. Такой голос сверху. С неба! Голос с неба! Этот кайф. Кайф дня рождения, который вы проводите на сцене, на большой сцене большого крутого концерта со своими песнями. Вы счастливчик. С днем рождения вас. Спасибо, Ярослав. Я вам клянусь, я не знал про это. Я вам клянусь, я об этом не знал. Я вот именно сейчас... Понял, что сейчас надо поблагодарить Ярослава, и вдруг он мне отвечает. Это же просто какая-то магия. С днем рождения, Антон, это от Ярослава. От Ярослава. И от всей нашей команды. И от всей прекрасной команды «Боярус Концерт», которая все сделала идеально. Во. Спасибо. Ура. Спасибо вам огромное. А сейчас, я думаю,
будет то, что вы ждали. Но мне нужно, чтобы забрали цветы, мне нужно подготовиться. Просто чтобы, когда я выйду на следующий номер, мне вот это делать уже будет некогда. Я к вам выйду совсем другим человеком. Вот, я подготовил. Все, я себя подготовил? Ага. Ну так вот, сейчас случится то, что вы, надеюсь, ждали особо. Сейчас будет двойная премьера двух номеров из Икара в исполнении Евгении Егоровой и Елены Мининой. Хотя бы здесь хотя бы мы услышим сейчас правильного Икара. Все Икары хороши. Канонный Икар, я не знаю, как называется. Ну, как я, True Wrestling, это True Икар, да, так все прекрасны. Вот. Я на это время вас покидаю. Пусть они порадуют вас сами. Один номер чуть-чуть проспойлерили, я видел, в Телеграме. Но второй, надеюсь, вам зайдет. Все, я пока пошел. Снова станет открытым, и увидев в нем тысячи новых дорог, люди вспомнят о крыльях забытых и летящих к иным горизонтам. Мы с тобою однажды возглавим. Обещаешь? Обещаю. Столько важных слов, так боюсь я не успею тебе сказать. Или проще в тишине посмотреть в глаза. Прикоснись ко мне, прими меня. Мы пойдем на ощупь честью, веря только сердцу своему. Звездной вышине, на рассвете дня. Дай мне руку и не отпускай, крылья распахну, шагни за край, прикоснись ко мне. Как ты думаешь, счастье возможно? Да, возможно, хотя и непрочно. Чтоб найти его, просто не нужно искать. Это точно? Нет, это не точно. Но если счастье внезапно найдется, я тебе в тот же миг просигналю. Обещаешь? Обещаю. Выбирать слова сложнее, чем ключи. Строю хрупкие мосты между я и ты. Прикоснись ко мне. За край,
тесном пространстве двух измерений, белого или черного. И если ты спросишь, то я отвечу, а звезды поставлю, когда идет дождь. Мир начинается с шага навстречу. Но это не точно. Нет, это точно. Елена Минина. Евгений Егоров. Ну а сейчас, друзья, исповедь. Будет жарко. Да. И прекрасные девы мне помогут немножко в этой песне. Поддержат меня не только морально, но и вокально. Поехали. Я пришел признаться в ошибках своих, почитаю это своим неотъемлемым долгом. Сравнительно тих, я жалею о том, что молчал непростительно долго. Да, я виновен, что дал вам крылья. Да, я готов вину признать. Да, я виновен, что дал вам крылья, но не научил закрыты на все замки. Небо в тяжелых оковах. Мы приглушаем свои шаги и не даем себе слова. Кто завязал нам глаза, чтобы назвать это счастьем? Я зову вас прозреть и шагнуть в небеса, пока это в нашей власти. Летим со мной вверх по ступеням воздуха. Летим со мной, пока не поздно. Глина в чужих руках, и что же из нас теперь лепят? Пусть нас огнем обжигает страх, время порвать эти цепи. Там, за опасной чертой, там, за небесным пределом, мы пройдем этот путь меж огнем и водой, не чувствуя веса тела.
Спасибо! Спасибо! Сейчас нас ждет обновленный Антон, да? Или еще через некоторое время только? Антон успел обновиться уже, да? Успел? И что, приглашаем? Нет? А надо музыку, наверное, включить, да? Маэстро! Музыку! Посмотрел эту идею на сольнике Мартина Хакета. Он пел «Take on me», а все плакали. Сквозь плоть те, что зрят, как уходит жизнь, не дадут. Обмануть себя не сумеют. Уже любить, как любить, пустоту и тлен, как ступить. На болотный мох изменяется даже Бог. Мир исполнен сплошных измен. Тот, кто видел однажды тьму, никогда не поверит в свет. Все песка сквозь глаза протекает свет. Это свойство я взял в кредит, и расплата уже близка. Если встретил зверя, убей. А убить не можешь, нет ран, ибо кто прошел сквозь огонь, тот уже во сто крат сильнее. Тот, кто видел однажды чудо, никогда не поверит свет. Все, что свято сошло на нет.
уже не мальчик. Мне давно известны все приемы твои. Поздно, госпожа. Спасибо. Ну что? Все закончилось? Все закончилось? А, поздно. Что еще ты можешь оставить? Что еще я оставить смогу? Может быть, еще что-нибудь смогу. Но пока и это неплохо. Да? Шесть чаячьих крыл от восторга побед до пробитых знамен. И я войду в твои сны, как забытая пыль, звуком тонкой струны, звуком древних имен. Что еще? Строк брешь на белом листе, стены зыбких жилищ, золотых облака, от сожженных мостов, белый свет в темноте, тонкий образ мечты, горький вкус на губах. Что еще я оставить смогу? Сегодня были виолончель, Вера Меч. Гитара Александр Лепенков. Гитара Артем Зудилов. Клавиши Леся Митько. Бас Илья Жуков. Ударная установка Леонид Ставровский. Это все, что мы взяли, идя на восход. Это все, что несли мы в горячих руках. Через холод и кровь, через тьму непогод. Это все, что погубит нас в ваших глазах. Что еще я оставить смогу? Что еще я оставить смогу? В двух шагах от покоя, в двух словах от прощанья, на твоем берегу. Спасибо, друзья.
Спасибо. Спасибо за такой теплый прием. Конечно, мы подготовили что-то на бис. Одну из любимых песен, насколько я тоже понял, мы ее до последнего придерживали. Она такая сложная, на самом деле, по вокалу. И она прям вот такая вот. В общем, мы постараемся, но вы уж на нас не ругайтесь, если что. Сайры. Айры, выходи. Она мне поможет. Спасибо. Сейчас ребята снова сядут, возьмут свои инструменты. И когда они будут готовы, они... Он позвал ее в небо, она поднялась. Стало мигом почти невесомой. Он почувствовал с ней неразрывную связь. Из ведущего стал вдруг ведомый этим странным созданием из мира теней, грациозно кружившим при взлете. Он поверил в нее, он доверился ей целиком. В этом странном полете. И казалось, предчувствовал каждый виток, каждый взлет ее или падение. Он впервые забыл, что был так одинок под луной до ее появления. Она возносилась стрелой небеса, за собой его чувствуя силу. И так ярко азартом горели глаза его. Улыбались ей в спину. Спасибо. Держал ее взглядом, над бездной держал, и боялся, что вдруг потеряет. Он так много побед на земле одержал, но не знал, что любовь покоряет. В одночасье, не зная запретов, живет две души вместе, слив воедино. Что, быть может, вот это последний полет станет песней для них лебединой. Ведь стремительный взлет,
со солнцем с утра поднимался. Просто верил в нее и доверился ей целиком. Не хотите, не верьте в летящих драконах. С тех пор у людей стали символом жизни и смерти. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Это самый лучший мой день рождения. Спасибо. Я знаю, что некоторые из вас даже привезли подарки, хотя я просил этого не делать, но для того, чтобы вы могли сфотографироваться, взять автограф, подарить мне что-нибудь интересненькое, сейчас будет организовано специальное пространство. Пожалуйста, тем, кто хочет, кому это интересно, приходите. Спасибо вам еще раз за то, что были с нами. Спасибо всем артистам. Елена Минина, Евгений Егоров, Ирина Круглова, Ростислав Колпаков, Максим Раковский, Алексей Толстокоров. Он, к сожалению, ушел. Спасибо вам огромное. Это дает силы, как это банально не звучит, но это дает силы на творчество и на все остальное. Только ваша поддержка отсутствующих слушателей творчества Антона Круглова. Ой! Он просто в шоке. Он будет со Смаугом. А, я понял, что это такое. Смотрите. Смаук все время говорит, иди работать, а этот, видите, у него глазки закрыты, он будет говорить, иди отдыхать. Спасибо. Да, коллективное фото мне напомнили, да, ура. Сейчас. Еще пока. Микрофон уберем. Свет можно убрать, пожалуйста, вот этот вот сюда, направленный на сцену, да. Можно убрать вот эти вот осветители, пожалуйста, да? Убрать, да-да-да. А в зал свет пустить. Прям зал осветить, чтобы весь зал было видно, пожалуйста.
Спасибо еще раз. Спасибо, дорогие. Спасибо. Приятного вам вечера и, надеюсь, увидимся еще на всяких творческих интересных мероприятиях. И спасибо всем этим замечательным людям, которые пришли ко мне. Это просто какое-то счастье, что они есть в моей жизни. И Ярославу, голосу с неба, Бояринусу тоже. Спасибо.